Это 2-2. Алло. Здравствуйте. Я взял ваш телефончик из объявления. Вот, меня Алексей зовут. Вам сейчас удобно разговаривать? Я из интернета выписывал. Честно говоря, сейчас не помню. Пару дней назад выписывал. Может быть. Мне показалось, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, и у меня есть деловое предложение. Вы вообще рассматриваете это подобное или нет? Ну, просто да или нет, предпринимательская деятельность. Интересно, неинтересно. Предпринимательской деятельностью сами занимаетесь? Не с компанией, не знаю. Я сам предприниматель. Давайте так, меня зовут Алексей. Как мне к вам обращаться? Алена? Очень приятно. Алена, я занимаюсь, я сейчас, не, в смысле не сейчас, а вообще, я не из Нижнего Новгорода, я приехал с развитием бизнеса. Вот, и ищу партнеров. Вот, вот вас подобное, нет, Господь с вами. Вот, вас что-то интересует или нет? Просто вот да или нет? Если нет, я не буду вас дальше мучить. Я не готов рассказать вкратце, что нужно делать. Я готов, например, познакомиться для начала. Может быть, я вам не подойду, может быть, вы мне не подойдете. Мы вообще не будем сотрудничать, каким бы ни было наше занятие. Вот. Для меня партнерство – это несколько больше, чем заниматься, это вопрос, ради чего заниматься. Может быть, наоборот, мы станем друзьями на многие годы и добьемся того, чего мы хотим добиться. Поэтому для меня сначала человек, а потом все остальное. Вот. Если вы готовы, встречаемся, не готовы, ничего страшного, вы мне ничем не обязаны. И не обидите меня этим. Хорошо. Вам в какое время перезвонить? В понедельник или вечером сегодня? Когда? Когда у вас начинается... У меня самое позднее, наверное, 23 часа. В 22 часа сегодня я вам перезвоню. Хорошего дня.